дальше. Красный горит. Красный горит. Видишь, как скользко? А вот сейчас могу? Можешь, только видишь, ты полос-то не видишь. Я еще вижу. Да и не. Вот смотри, человек, видишь или нет? Что делать? Муравью тапочки приделать. Там не тапочки. А что это? Я могу вот здесь развернуться? Можешь. Чего опять не так? Да поехали уже, поехали. Чего? Нельзя так делать, поехали. Почему? Да потому что. Чего не так сделала? Там сплошная была или что? Ты ее не видел этой сплошной, можно так. Ну так неожиданно-то нельзя. Я быстро попалась. Молодец. Пока никого нет. То есть он не как он на своем это объяснил, да? Так, чуть-чуть притормаживаем. Посмотрели, показали. Кто? Русский? Не русский тебе объяснил? Он а то, что ты на красный проехала, ничего страшного. Че, правда, я на красный проехала? Ну конечно, в зеркало смотри, вон все стоят, ты едешь. Меня не штрафуют? А да вас? Не штрафуют. А вас, не знаю. Так, все, буду внимательно. Красный горит. Да, блядь, тормози-ты, господи. То, блин, набегающий едь, завершай маневр. То какой маневр? Это перекресток, что ли? Это пешеходный переход. Я не про... Он должен тоже, чувак этот, стоять, он поехал. Тихо. Ну, чё, пешеход, чё? Господи. Thank you.